В зале третьего лицея собрались члены правления организации «Дети войны», ветераны комсомола и школьники. В преддверии столетнего юбилея в ЛКСМ Надежда Почтарюк рассказала ребятам о своей комсомольской юности и о том, как ветераны готовятся к этой знаменательной дате. У нас сейчас такая горячая пора у всех ветеранов-комсомольцев. Мы готовимся к проведению городского вечера, который будет 29-го в Доме молодежи. Это будет городской вечер. Сегодня молодежь соберется со всех школ города. Они нам подготовили сюрпризы. Вот будут петь комсомольские песни. В этом году состав правления организации «Дети войны» пополнился новыми людьми. Один из них – бывший секретарь отделения в ЛКСМ воинской части Евгений Яшин. Евгений Петрович принимал участие в съездах и был активистом комсомола. Сейчас он занимается патриотическим воспитанием детей. Вместе со всем коллективом, вместе согласовываем, что будет конкретно в течение этого года, кто выступать, какая тематика. Евгений Петрович также поделился с юными зрителями комсомольскими историями из жизни. Призвал школьников объединяться в молодежные движения, а также вступать в пионерские дружины и помогать друг другу и окружающим. Это очень хорошо. Хорошо с точки зрения сплоченности, дружбы между людьми. Это важная задача. Это не только задача учителей, это не только задача родителей, что нам тоже надо свое чадо приобщать к этой работе непосредственно, чтобы росли настоящими тружениками нашей Родины. Беседы старшеклассников с участниками проекта «Дети войны» проходят в лицее номер 3 регулярно. Следующая встреча запланирована уже на конец ноября. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.